Вот она, тюрьма впереди, там зеленеют ворота, корпус виден. А вот здесь вот школа милиции, учебный центр, МВД, ну, так скажем, сейчас это полицейская академия. Чем она для меня ценна? А потому что я начинал здесь службу, я здесь учился. Я здесь учился и быть милиционером. Здесь я надел первый раз милицейскую форму послевоенной срочной службы. И вот проносил погоны всю свою жизнь до самой пенсии. Так что вот так.